Всем привет, дорогие друзья! С вами Ушибит, и мы играем в игру под названием Warstone Tower Defense. Сразу хочу сказать, что видео снимается для канала Игры ВКонтакте. Погнали! Так, начать игру. Выбери божественный камень, чтобы призвать своего первого воина. Окей. Сделаем то, что нам вот этот вот дедуля с длинной бородой и большой палкой говорит. Так, ополченец. Ладно. Мы ставим сюда ополченца. Это индикатор атаки. Нажми, чтобы сразиться с монстрами прямо сейчас. Сделаем это. Вы сказали с монстрами, но почему вы выпускаете только одного монстра? Тогда надо было сказать, чтобы сражаться с монстром. Так, ладно. С некоторых монстров выпадают предметы. Возьми монетки, пока они не исчезли. Так, окей. Окей, продолжаем. У тебя достаточно золота, чтобы призвать еще воина. Так, еще одного воина ставим. И опять запускаем, собственно... О, кстати, уже идет два монстра. Что ж, надеюсь, четыре монстра? Не, слушайте, это уже слишком. Давайте, колите их, красавчики. Шесть монстров? Не, ну слушайте, вы издеваетесь? Так, окей, еще одного монстра убили, и да, отлично, ух ты, какая удача, теперь ты можешь сам призвать божественный камень, классно, окей, выбираем божественный камень, и куда мы его поставим, я не знаю, давайте сюда, почему бы и нет. И ставим еще одного ополченца. Что ж, погнали. Окей, бьем всех их. Отлично. Так. Супер, все пока что проходит. Надеюсь, мы выиграем. Ого, это что, что за монстры? Кстати, я так понимаю, что идут тут мамонт. Не, ну это как бы монстры, похожие на мамонтов, что ли. Опа, кристаллик, не кристаллик, а этот, да. Еще ставим вот сюда, ну, я же подобрал, окей. Кабан, крупный зверь, передвигается стаями, поодиночке не опасный. Вот вы мне говорите, что тут будут выходить разные монстры. Но чё тут выходили кабаны? Блин, нельзя было сказать разные опасные животные. И кабан людоед. О, кабан людоед. Ага, альфа среди кабанов намного крепче своих собратьев, крайне опасен. А чем он нам вообще может быть опасным? Кстати, почему вот этот вот... Так, окей, что ж, запускаем следующую стаю. Удар молнии, ух ты, оп. Так, что-то у меня очень сильная игра глючит. Оп, вдруг неожиданно нам появляется табличка победа, награда, боевое крещение. А, или это уровень так называется, или это такая награда. Не, награда, скорее всего, вот, это 25 монеток, 100 древесины, и 25, это, я так понимаю, или металл, или камень. Ну, спасибо, я не знаю, зачем мне это вообще нужно, но если нам это дают, значит, оно будет нужно. Так, окей, заберем награду. Завершить. Отличненько. У нас появляются новые задания и новое строение. Давайте посмотрим, что это за строение. Второй замок. Построим, конечно же. Почему бы и нет? Так. Отлично. Вот наш второй замок. Да? А первый замок где был? Да. Что ж, дорогие друзья, к сожалению, я должен прощаться. С вами был Ушибит. Подписывайтесь на канал Игры ВКонтакте. Всем пока!